Красивые фонари в одном стиле. Коля, а вот это новый. У двух соседей. Вот какой? Это, а вот ниже этого. Его же не было этого дома. Здрасте, а как его построили тебе? Я не заметил. Как построили? Нереально. У него своя дорожка, скорее всего. Да. Всем привет! У нас сегодня очень тепло, 16 градусов тепла, но день очень пасмурный. Дождя нет, прям вот одела курточку, уже хочется что-то полегче одеть. Мы вышли погулять возле нашего дома, наша тропиночка, которая идет сначала резко вниз, а потом резко вверх. Сегодня волны очень красивые, хотела выйти поснимать, но что-то мне было лень. Сегодня решила порадовать свою семью, приготовила манты. Очень вкусные получились. Готовила их в мультиварке. Если вам интересно посмотреть рецепт, как я готовлю, то напишите мне в комментариях, и обязательно буду снимать свои узбекские рецепты, любимые блюда. Здесь вот мы грибы любим собирать. Ну все, калитка закрыта, мы теперь ее не можем открывать. Море сегодня красивого цвета, но волны. Видно, что есть волны. Хотелось бы вблизи поснимать. А там в Марине вообще идеально спокойное море, как зеркало. Тихо, ни ветра, ни дождинки. Очень хорошо сегодня погода прям радует. Даже без солнышка радует. Волны шумели очень. Вечером легли спать. Шум прям нереальный. И сегодня также продолжается. Слышно прям, как волны шумят. Здесь вот у нас построили новый комплекс из нескольких домов. Там вот бассейн и, по-моему, 5 домов. Не знаю, кто купит. Если кто купит, будет нашими соседями. Будем дружить с теми, кто купит. Хочу рассказать вам новости про отель. Хотели мы его тогда турку сдать. Ну, не мы, а наш хозяин. И так получилось, что буквально на следующий день мы практически его сдали москвичам. Приехала семья из Москвы месяца два назад. Они здесь еще не обжились. Ну и они срочно искали, чем бы им здесь заниматься. Я считаю, что это их поспешное решение. Но надеюсь, что они об этом не пожалеют, что... им будет только польза от этого отеля. Заплатили они деньги. То есть посмотрели буквально ночью в темноте, ничего не увидев. На следующий день они решили внести залог. В общем, тут же заключили договор. Очень поспешное решение. Ну, дай бог, чтобы это все вот во благо было. Так что тот турок пока думал, все, отель ушел. Мы теперь в этом году, получилось, летом не будем вкалывать, как в прошлом году. Потому что в прошлом году мы реально вкалывали. В этом году нам остается наслаждаться. Ну, может быть, еще какую-то другую работу найти себе. У меня есть постоянная работа. Я работаю дома, удаленно. Поэтому у меня как бы будет работа здесь, в Черногории, то классно. Если не будет, то как бы мне как-то по барабану. Я при работе, у меня вот суббота-воскресенье, это действительно выходные, я отдыхаю, стараюсь смотреть в YouTube всякие ролики, которые я среди недели, не хватало мне на них времени. Да? Можно. Догоняй.
стараюсь готовить выходные вкусняшки. Сегодня вот манты. Обычно я начинаю день с блинчиков. А? Дерево сломало, да. Ого. Смотрите, как ураган был. Переломало дерево. Здесь у нас такие местные джунгли. Мы здесь любим гулять. Но вот она находится... Эта джунгля находится за решеткой. Мы здесь сделали один раз перелаз через этот забор, через калитку. Нам так хотелось попасть туда, посмотреть, вдруг там миллион грибов. Скажи всем привет! Привет! А грибов там не оказалось. Но мы так хорошо там погуляли, посмотрели все. Опята, да, мы там нашли, по-моему? Не, опята вон здесь. А, да, да. Ой, воздух такой вкусный, свежий. Шишки валяются. Там вон тоже сколько леса. Кому-то для камина. Сухостой, скалы. Хоть не видно, все равно поснимаю. Красиво. Сосна вон какая зеленая. Здесь некрасиво, да? Сосен нет, деревья не зеленые. Как будто все вымерло, на самом деле просто зима. А это дубы. Ага. Кыш-пыш. Кыш-пыш. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Кыш-пыш. 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 Ну что, иди сюда. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Видишь? Ага. Пришел проведать своих деток. Черные какие, крепкие, да, получаются? Ага. Это розмарин, да? Вот это. А ты что? На, на тебе розмаринчику. Любишь такое? Да? Скажи, я не люблю, но меня надо погладить. Вот так. Чего у тебя такой носик грязный? Хотела вам рассказать. Глеб у нас позавчера улетел с батута. Даже больно мне рассказывать. Ну, расскажу вкратце, что... Да что это такое? Кто это у нас тут трется об ноги? Дай поглажу. Стой. Стой. Поглажу тебя, поглажу. Ой, какой хороший котик. Не линяет. Идет теперь со мной рядом.
У меня есть домашний кот. Все, дрессированный. Сейчас будем как Куклачев. Вот так, давай, иди так. Теперь иди так. Давай, вот. Видели? Так, давай. Побежал. Опять под ноги идет. В общем, упал с батута Глеб. Не могу, оказывается, рассказывать. Хотела рассказать потом, когда заживет. А то сейчас расплачусь. Сейчас все хорошо, поэтому поправляется он сейчас. Вот ящерица живет здесь. Что это, с чего? А, из пены. Из гипса. Нет, пена, смотри. Вот. Или гипс. 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 Да. Что это за котик такой ласковый? А? Отдай хвостик. У нас праздник. Такая травка зелененькая. Блин, такая классная, классная. Кто тут все трется? А? Кто тут? Скажи, я знаю, у вас дома есть что-то вкусненькое. Вы меня сейчас угостите. Да? Никогда ко мне так коты не подходили. Посмотри, как трется. А? Кто это такой ласковый сегодня? Красиво. Смолистая. Смолистая? Ну-ка, мандариновые листочки пахнут, как лимонные. Сейчас понюхаю. Пахнут, но не так вкусно. Смотрите, тут у нас какие уже лимончики. Раз, два, три, четыре. Прям в лоб капнуло. Сейчас поедем вниз. Покажу вам наши волны сегодняшние красивые. Какое-нибудь красивое местечко сейчас поедем. А здесь везде красивые места. Так что далеко ехать не придется. Шишки у нас тут. Денежное дерево. Глебчу с собой не возьмем. Он у нас приходит в себя. В общем, гулял он. Мы вместе поехали погулять. Он на велосипеде, а мы за ним. И там был батут. И во время шторма они снимают ограждение с батута. Ну, Глеб думал, что все нормально. Остановился, залез на этот батут и начал прыгать. Прыгал, прыгал и слетел с него. Вниз. Ну, в общем, после этого поправляется сейчас. Наш запас дальше. Это липа, а это сосна.
представление. Вау! Не знаю, куда смотреть. Вот эти волны нам всю ночь поют свои колыбельные. Вау! Люблю снимать волны вообще бесконечно. Могу их часами наблюдать и снимать так вообще, пока зарядка не сядет. Смотрите, какая шерстянушечка. Классная пальмочка. Есть красивые? Я не вижу. Не видишь? Вот еще эталон красоты. Пальма. Какая вся. Какие формы. Какая густая, красивая.